Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. После падения со сцены российская и советская актриса Инна Чурикова попала в реанимацию. Упала она со сцены во время спектакля в Московском театре «Русская песня». Сейчас актрисой занимаются медики. Как утверждается, у актрисы диагностировали перелом ребер. Точно о состоянии Инны Михайловны пока неизвестно. Актер Александр Михайлов сообщил, что его коллегу по спектаклю доставили в больницу. Театральная труппа успела закончить постановку. Ему также неизвестно, в каком самочувствии пребывает актриса на данный момент. Сначала Чурикову доставили в реанимацию, но сегодня в 11 часов ее перевели в отделение острых эндотоксикозов. Она сейчас в палате в состоянии средней тяжести. Желаем ей поскорее выздороветь и опять появиться на сцене. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всего доброго!